вот эта трещина на потолке идет по всем этажам, начиная с четвертого, заканчивая вторым этажом, вдоль стены и по потолку. Люди бьют тревогу. Здание трещит по швам, а стена вот-вот рухнет. Жить в доме номер 138 на улице Малышева, мягко говоря, страшновато. Нет здесь и бытовых удобств. Это душевая. Обшарпанные стены, старая ванна, а водопроводного крана и вовсе нет. Туалет выглядит не лучше. Эту кабинку обходят стороной. Сюда уже стараются не заходить. Страшно, что вот это все начнет сверху сыпаться или стена отвалится. Однажды кусок штукатурки едва не упал на 80-летнего мужчину. Станислав Удилов рассказывает, зашел в уборную, чтобы вылить воду из ведра. Вылил в унитаз, повернулся, и вот такая глыба с потолка рядом упала со мной. Если бы на голову, ну все, прибило бы. Подвал в доме затоплен, и запах отнюдь не французских духов висит в воздухе. Плюс постоянная борьба с ордами тараканов, клопов и грызунов. Ужасные условия уже вынудили некоторых собственников покинуть свои жилища. У других же возможности переехать нет. Куда съезжать? На улицу. Куда я поеду? А денег покупать жилье у меня нет. Когда-то здесь было общежитие, но сейчас дом потерял этот статус, так как большая часть комнат приватизирована. Поэтому каждый этаж – это одна большая коммунальная квартира. То есть вот все эти туалеты, кухни, все это у них общее, как в обычной квартире. То есть просто большая коммунальная квартира. То есть все эти ремонты, что в коридорах у них на этажах, в туалетах, что в кухнях, они должны производить за свой счет. В плане на капитальный ремонт дом стоит в 2017 году. Многоэтажке более 80 лет. По предварительной оценке, степень износа дома свыше 50%. Впрочем, специалисты проведут повторную проверку. При обследовании он вынесет заключение о том, целесообразно ли проведение капитального ремонта на данном доме. И также в заключении будет информация о фактическом износе дома, который есть на текущий момент. Если степень износа окажется свыше 70%, дом могут признать аварийным. Результаты экспертизы будут известны в январе следующего года. А пока же люди так и будут жить, словно на пороховой бочке. Им остается только гадать, сложится ли многоэтажка как карточный домик или все-таки доживет до перемен. Александра Поддубная, Владислав Тренько, Интера ТВ.